Охолоченная серия Metal TV. Сегодня расскажу о сложном периоде для своего проекта Turn the Point с 2007 года по 2014. Вся история будет в моем посте, в моей закрытой группе моего проекта Turn the Point на Facebook. Это единственная официальная группа Turn the Point. Другие группы, если есть, то это фейковые. Вот, это единственная группа. Тут ты увидишь, зайдя в эту группу, прочитаешь рассказ о периоде с 2007 года по 2014 год, о истории группы, и ты увидишь ссылочку на видеоклип. И если тебе исполнилось 18 лет, ты смотришь, можешь его просмотреть. Ссылка доступна только в этом рассказе сегодняшнем и в этой группе. Сегодня 8 декабря 2019 года. Сегодня расскажу о своих проектах CWD, стиле Progressive Death Metal, о попытках сколотить состав, о своих похождениях на Шатиловой даче с бывшими участниками Nocturnal Mortem, которые организовали успешные проекты Twilight Fuel, Elder Blood, Ulvagar, Grey Blaze, и с будущим участником Nocturnal Mortem, который играл там в 2014 году. Вот. О своем участии в проекте Брудна Кровотеча с такими чуваками, как Роги, который играл в Азуре, Underdark, Hyperhate, у меня в проекте Turn the Point. О Артуре, который играл в Азуре. О музыкантах, с которыми я общался на протяжении всего периода своего участия в музыкальной деятельности. Это с 89 года, с такими группами, как Tesseract, Blast, Коллекция, Mirandola. И с вышеперечисленными были еще группы, которых я не помню. А, Eternal Scream, да, кстати, я с ними выступал же, да. Controller Yap, с другими группами, которые не харьковскими, да. Переписывался с ними. Unseemly Human. На меня повлияла группа Сатирикон на этот период жизни. Все. Переходи по ссылочке на Facebook в группу Turn the Point. Все. Пока-пока.